С борта «Балкера» Ocean Line, который направлялся в Сингапур через Индийский океан, пропал житель Одесской области Алексей Свистильников. Жене моряка сообщили об исчезновении еще 19 декабря. До сегодняшнего дня какой-либо информации или документов от судовладельца и компании, на которую работал Алексей, нет. Последний раз мужчину видели вечер перед исчезновением. Что он пропал, заметили лишь к утру, когда одесский моряк не вышел на вахту. В декабре 2018 года в фонд «Соль» обратилась жена моряка. Ей сообщили из скрининга о том, что ее муж пропал без вести. Предварительно называл, то есть даже не называли место, то есть говорили о том, что судно шло в Сингапур. И, в принципе, на этом информация была исчерпана. Удалось получить часть документов, подтверждающие то, что моряк работал на эту компанию. Впоследствии, вот уже буквально сейчас, дошли еще и документы касательно, сейчас юристы разбираются о подтверждении инцидента, который произошел на борту случая. То есть это несчастный случай пропажи без вести. Благотворительная организация «Соль» просит всех, кому что-либо известно о местонахождении моряка Алексея Свистильникова, сообщить им любым удобным способом по телефонам 787 3076 или 067 487 33 75. Дома его ждут жена, двое детей, родные, близкие. В принципе, жена хочет для того, что, возможно, кто-то, кто был в экипаже или раньше работал на борту этого судна, ему имеет что сообщить. Она будет благодарна за любую информацию. Сотрудник фонда сообщил, что когда они подняли архив, то обнаружили, что это не первое исчезновение сухогруза Ocean Line. В январе 2014 года, когда судно находилось вблизи берегов США, с его борта пропал старпом, одессит Игорь Яворский. Несмотря на обнаруженные следы крови на одежде некоторых членов экипажа, расследование никуда не привело, а тело Яворского так и не нашли.